Я погнал, давайте, главное вырулить. Поворотник не забудь включить. Вот, видите, для чего мы взяли? Мы вжались в кресло, просто боимся, что украдут их. Тут просто по таким местам проезжаем, что всякое может быть. Ну что, я готов ехать до конца. Хорошо. Что бы ни случилось. Я думала, ты выйдешь. В кедровом, думала, выйдет. Тут покажи, Лёша. Лёша элегантную вещь натянул, как додумался, неясно. Проволока, айфон. Скотч перемотанный. И вот получилась камера от первого лица. Остановились отдохнуть. Поесть, машине отдохнуть даем там минут 15, чтобы двигатель остыл. Не несемся уж все время. Снег по обочинам лежит. Я надеюсь, что мы не попадем в какую-нибудь метель или что-то подобное, что нам придется ждать там 2 дня, а может и неделю в метель, когда нулевая видимость, потому что придется идти к дальнобойщику в кабину, там греться, он скажет: давай-ка разденемся и потремся телами. Я слышал, так теплее, начнется вот это совсем не надо. Потом мы с ним заведем волчонка. Нет, как в том году, я не буду так опять сидеть. Йо-йо, жиротва, яички. Давай это, делай бутеры вон с майонезом. Мазик, ребята. Мазик, чё тут, ща? Я майонез не ем, я только его втираю в щеки, если это максимум. Как бы смягчают щечки. А вот ребята носятся. Ох, они. Да ладно, едем нормально, под 90. А музыка была включена. Никуда не торопимся. Да, спокойно. А я люблю 200. Ха-ха! Ребята готовы. Вот они, видите, впереди сейчас. Моя черри. Вот, провезла уже нас 200 километров. Сейчас смена водителя будет происходить. Вика садится. А мы сейчас, возможно, снимем хованину. В пути сбиваем лося, его на вертель. И все, будет хованина. Не думайте, что раз мы в поездке, то хованину я не поснимаю. Вот Леша уже одел кепочку. О, гаишники будут удивляться. Айчинский магазин. О, какая книжка. Потом почитаем. Ну, большой торговый центр. Я думал, в Айчинске так повилы какие-то стоят. Возможно, это единственный большой магазин. Кстати, да. Мы тут GoPro обсуждаем. Это лосок. Самая знаменитая камера, мне кажется, в мире. И сколько она по ценнику обошлась? Там можно было купить пост мэра Айчинска. Как эта конструкция, объясни. Ну как, просто берется бейсболка обычная. Ага. Берется крепление для айфона. И сам айфон. Ну и крепление крепится. Это что, болтом ты? Болтом просто на голову. Довольный. Очередная смена водителя. Леха гонит. Нормальную дорогу. Вот
навигатор и вообще Яндекс.Карты показывает эту дорогу как основную. Кто не собирает? О-о-о! Жесть! Машина цвета говна. Вот это покраска. Заднее стекло вообще не видно. Узенькие улочки. О, почему меня должны водить по определенным местам, и чтобы я составлял свою оценку города? Да нет. Йо, Томск, я надеюсь, это не выхлоп и не...